еще совсем зеленый, Василий. Ничего. Придет время, созреем. Вот и хорошо. Слушай старших товарищей по возрасту и по опыту партийной работы. Вот я и слушал. Один совет, Василий Поликарпович. Никогда не высказывая опрометчиво своего мнения, не изучи досконально существо вопроса. А то попадешь неловко. Как понимать? Как понимать? А то мы с тобой так никогда ни о чем и не договоримся. Будь здоров. Час. Не узнаете? Нет. Я Зубов.